Так я ездила, меня же чуть вообще машину не арестовали, не забрали. Самостоятельно ездили, что ли? Да. Вы так больше не делаете. Да, у меня чуть машину не забрали мужа. Он был на дежурстве на сутки, а мне вызвали ночью на работу. Ну, а мы живем в такой месте, как Осиновая речка, а заимка у нас как бы на выходные, там активная жизнь, короче. Они стояли на заимке. Перестроили здесь почему? Потому что правая полоса, полоса уходит, да, на тополя. Так я вот так и ушла. Стою, сижу и думаю, поворачиваю. Или на перекрестке, а что мне остается делать? Ну и пошла дальше. Вовремя нужно принимать решение. Да что вы, серьезно? Вот видите? Перестроилась. Убирает место. Искать смысла нет. Может, не в лесу. Что-то она перехотела. Извините, с терминологией, может быть, я не... Это, а вот сильно... нужно. Нужно учиться. Учимся, Лена. Что-то она там. Что-то через... а может, ей сказали на перекрестке. Она и решила на перекрестке. Только можно выезжать. Зеленый же горит. Выезжай, выезжай, давай. На центр перекрестка, пропускаем встречный поток движения. Угу. Светофор замигал, ничего мы не боимся. Если а мы... кто-то еще за... это... ну, ну кто, мы же глаза для чего у нас? Здесь спокойненько пешеходов пропустить. Здесь не надо останавливаться, надо нет? завершить маневр. Конечно нет. Товарищи справа и слева. Но мы же как... не давим, по... это, кто идет. Что идет? Он прошел человек и все, а там больше никого не было. Все. А ну... вот, вот вам весь экзамен. Понятно. Ладно, спасибо. Так, мы... Ага. А что не сдала? Ты поехал на гараж? Нет, я за вами еще поеду. Посмотрел. Все трое, короче, не выполняют команды, да? Вообще просто, не в адеквате. За да. регулируемый перекрёсток. А пусть ко мне садятся, ты можешь ехать. А куда я поеду? На авто... Стой! Садитесь сюда. Садитесь ко мне. А я на автодром поехал, тогда я вас на автодроме. А, Иван еще ждет. Да, да.